Сфера сельского хозяйства в Мангилинском районе развивается активными темпами. В этом году сельхозпроизводители произвели продукции почти на 27 миллиардов тенге. Произведено почти 5 тысяч тонн мяса, более 44 тысяч тонн молока. Подробности в следующем материале. Развитию сельского хозяйства в Мангилинском районе уделяют особое внимание. Достойные показатели отмечаются по таким направлениям, как животноводство и растениеводство. Сельхозпроизводители произвели продукции на сумму 26 миллиардов 980 тысяч тенге. Физический индекс составил более 80%. За отчетный период произведено 4797 тонн мяса, более 44 тысяч тонн молока, более 4 миллионов штук яиц. В этом году площадь яровой пашни составила более 180 тысяч гектар. Объем полученной продукции составляет почти 87 тысяч тонн, в том числе яровой пшеницы 81,5 тысяч тонн. Из масличных культур получили почти 5 тысяч тонн. В Мангилинском районе на сегодня насчитывается более 54 тысяч голов крупного рогатого скота, свыше 80 тысяч овец и коз, более 25 тысяч лошадей, 2,5 раза больше птиц. В районе активно развивается программа «Сабага», финансовые средства, в рамках которой выделяются на приобретение маточного поголовья КРС и племенных быков-производителей для того, чтобы воспроизводить молодняк мясной породы. За отчетный период по программе «Сабага» запланировано приобретение 120 голов маточного поголовья крупнорогатого скота. В настоящее время закуплено 135 голов. По плану необходимо сдать 2264 головы КРС на откормочные площадки. В настоящее время сдано 2943 головы. Исполнение составляет 130%. Доля участия в разведении крупного рогатого скота по Мангилинскому району составляет 75,5%. Селекционным разведением маточного поголовья крупного рогатого скота по району занимается 176 крестьянских хозяйств, одно ТО и 8 производственных сельскохозяйственных кооперативов. Важную роль в развитии сельского хозяйства, в частности животноводства, играют местные крестьянские хозяйства и ТО. Для производства качественной продукции они приобретают маточное поголовье крупного рогатого скота из разных регионов страны. На сегодняшний день у нас на базе имеется 29 голов КРС, 180 голов лошадей, а также 500 голов мелкого рогатого скота. Хочу отметить, что до 2025 года мы планируем приобрести в Акмолинской области 2500 голов маточного поголовья крупнорогатого скота на сумму 200 миллионов тенге. В планах увеличить поголовье скота с 10 до 20 тысяч. Наша основная цель – выращивать породистый крупно- и мелкорогатый скот, а также лошадей для производства мяса и переработки шкур животных. Хочу отметить, что для того, чтобы построить базу из личных средств, мы выделили более 300 миллионов тенге. В целом, Мангилинский район вносит значительный вклад в развитие сельского хозяйства в Кустанайской области. С каждым годом увеличивается объем производимой продукции, а также число предприятий, которые занимаются такими направлениями, как животноводство и растениеводство. Алмажан Манкельдинова, Руслан Джабаев, телеканал Кустанай.